Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил сегодня, что в городе вводятся ограничения на потребление бензина. Уже с завтрашнего дня владельцы автомобилей с номерами, заканчивающимися нулем или четной цифрой, смогут заправляться лишь в четные дни недели, остальные в нечетные. Эти же правила ввел в Нью-Джерси в минувшую субботу губернатор этого штата Крис Кристи. Блумберг пояснил сегодня, что в городе после урагана Сэдди и шторма Нор'истер работают лишь 25% автозаправок, и что поставки бензина будут восстановлены в полной мере не ранее, чем через несколько недель. Буквально через несколько минут после заявления Блумберга губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что такие же ограничения на потребление бензина будут введены и в пригородах мегаполиса, в графствах Вестчестер, Рокленд, Ориндж, Нассоу и Саффолк.